Пацаны, первые 100 комментариев с удовольствием отлайкаю. Ходят легенды, друзья, что FIFA 23 пейс не так уж сильно и решает по сравнению там с прошлыми частями. Ведь действительно, сколько примеров мы знаем, когда какие-нибудь бомжи по типу Арауха с пейсом 70 догоняют всех твоих бегунков. Но совсем недавно вышла карточка с скоростью 99, я надеюсь, что этот парень будет бегать на эти статки. В общем-то, сегодня мы затестируем самую быструю карточку FIFA 23. И давайте без прелюдий сразу познакомлю вас со своим составом. На воротах стоит у нас Кампас, который упал мне совсем недавно. Покупник вы можете посмотреть на моем канале. Все так же ему не добавляют альтернативную позицию страйкера, но в этом выпуске он будет стоять на воротах. Защита. Справа вот этот вот типчик. Фамилию даже не буду пытаться читать. На центральном защитнике решил затестить Маскерано. Рядом с ним будет стоять Арауха. Слева Минди. Справа Дембеле. Два центральных полузащитника Симмонс. Также Дайончик. Я его еще не тестил в этой части FIFA. Слева у нас Гакпо будет стоять. Обновили ему карточку. Был 86 и стал 87. Ну и два страйкера. Первый это Пиркуиз. Возможно, кто-то скептически к этому СБЧ отнесется, но статки у него действительно очень крутые, сбалансированные. Имеет 6 трейтов. Возможно, там Голландия что-нибудь покажет на чемчике, и статки тапнутся у него. Ну и, собственно, самая быстрая карточка FIFA Аль-Оуиран. Сид Аль-Оуиран. 4 на 4, 99 пейс. Статки максимально приятнейшие. Один из самых топовых героев на данном этапе игры. Конечно, лига у него такая себе, но так или иначе, я тут намудрил 33 из 33. Также, друзья, если вы посмотрите этот видосик до конца, я в конце открою 6 паков с гарантированным игроком команды недели. Ну и совсем скоро, друзья, грядет чемпионат мира, которым вы можете насладиться вместе с своими друзьями из компании Пари. Компания полностью легальная, вместе с ним вы можете получить еще больше удовольствия от чемпионата мира. Естественно, все ставочки на футбольные матчи будут непосредственно на самом сайте, либо в приложении Пари, которое признано лучше в своем деле. Собственно, переходите по закрепленному комментарию, а если вы проведете регистрацию до конца, то получите отличный бонус, друзья, фрибет на 1000 рублей. Ссылочка будет в описании. А если вам нужны монетки, друзья, напоминаю про свой личный сайт по продаже монет PandaCoin. Ссылка в описании. Антон Тим, у него такая же эмблема, как и у меня. Составчик смотрим. Так, побежал. Не! Бля, чё по центру? Короче, я делаю вот так. Делаю вот так. Делаю вот так. Блять. Как долго он размахивал свою ебаную ногу. Охуеть, блядь, это что? Я просто, блядь, не понимаю. Просто сквозь него прошел, блядь, и Кампас сразу же пускает. Ну, ёбаный рот, блядь. Не, ну, слушайте, парень, блядь, бегает. С центра поля пробежал. Блядь, и в штангу попал. Охуеть. Вот это он меня накрутил, молодец. Я, конечно, много пытаюсь играть конкретно на этого Аль-Урана и забываю про всю команду. Так, конечно, играть не стоит. Я в ахуе, просто все получается, блядь. Он, блядь, специально, что ли, замедлился? Ну, это просто рофл. Так, Беркхуис. Беркхуис! Педальный конь, блядь, на воротах. Так, Беркхуис, подача. И на нахуй! Давай, давай, Гакпо. Ну, ты должен решать здесь. Ага, 3-1. На! Сука, блядь, ёбаный Куртуа! Ебать, ну чё это за провалы? Ну что это за провалы, блядь? Я чё за бомжами играю в защите, блядь? Ну и, конечно, кусок говна, блядь, на празднование. Так, смотрим дальше. Чё есть? Кейт, блядь, Фердинанд, Решфорд. Короче, сейчас выебу тебя, нахуй. Мне похуй, кто ты, блядь? Угу. 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 И на нахуй, блядь. Вот, пошла жара. Первый арабский гол у нас имеется. Вот за него хочется прям побегать. Ну, типа, не зря же у него пейс 99. Не хочется за него крутиться, финтиться там. Хочется просто взять мяч и побежать нахуй. Вот что это за лысый? Что за Дарвин, блядь? Это Нунис, что ли, блядь? Что, блядь, с этой игрой, нахуй? Почему он лысый стал внезапно? Я очень сомневаюсь, что он за пару дней изменил имидж. И они так оперативно добавили ему новую прическу. Побежали, я сказал. Хорошо, прострел. И нижний. Так, давай, мистер Пейс 99. Побежали, побежали. Ну же. Ну. И надо ударь, блядь. Гол, боже, выстрелили этот сраный гол, блядь. Так, я оппонент съебался, нахуй. Так, окей, давай, третий соп, удиви меня. Чё из-за срань? Кордоба, Блан, Холланд, Стерлинг.
Ебать, опять провал. Я, блядь, не могу с этой защитой. У меня просто сил, блядь, нет. У меня просто нахуй нет сил, блядь, с этой защитой. Маскирана сейчас просто как пиздюка ебаного, блядь, оттолкнули и забили гол. Не, Маскирана это, блядь, один какой-то большой рофл. Я, конечно, изначально знал, что ставить СЗшника с таким ростом это не самая лучшая идея. Но я не думал, что прям настолько плохо будет. Блядь, ебаный Маскирана, блядь. Хорошо. Дальше. Бля, как долго ты давал этот ёбаный пас, блядь. А, тут нет фола, блядь. Тут, блядь, нет фола, мне просто в спину нахуй отпиздили. И нет фола, блядь. Да вы чё, охуели там все разом, блядь. Бля, у меня уже все, у меня уже тильт, блядь, ёбаный. Просто ёбаный блядский тильт, блядь. Ёбаный тильт, сука. Так, ты просто идешь нахуй прямо сейчас. Давайте каунде, блядь, дефолтный, наверное, лучше будет играть. Ай, блядь, что-то тильт, пацаны, я не знаю. Мбаппе, блядь, информу, чувака. Ну вы охуели, блядь. Откуда у вас такие нахуй карточки, блядь? Мбаппе информ, блядь. Может, он вытащил в паке как раз с информами? А я их открою 6 штук в конце, напоминаю. Вот бежит, блядь, нахуй этот ебаный Мбаппе, блядь. Пиздец. Нихуя он пасы раздает. Ну пиздец, что, блядь? Сегодня за день такой. Все нахуй летит, все пропускаю, блядь. Любой удар с любой дистанции, блядь. Какой-то тильтовый выпуск получается. Что-то, блядь, у меня нихуяшеньки вообще не получается. О, а это информ БП. А что такое? Что произошло? Пенальти? Влево. Он в левый угол ударит или вправо. Давай вправо лучше. Хотя я говорил влево, нахуй я вправо прыгнул. Давай празднование покажи вот это вот свои ебаные. Да, да, давай порадуйся. Это пиздец, бля, я все матчи проигрываю. Как он, такой контент, друзья, вообще все, блядь, проигрываю. Нахуй, каждый ебаный матч у меня хуже предыдущего. Давай, PS99 побежал. Я, конечно, головой понимаю, что я уже плыву и хуйню откровенную творю. Там выбрасываюсь, ну, типа, прям вообще дичь какую-то творю. Так. Хорошо, на нахуй. Найс. Первый пошел Аль-Ойран. Бля, как правильно? Аль-Ойран, Аль-Ойран. Короче, мистер Пейс 99. Я именно так буду его звать. Ну, пожалуйста, бля, я... Поворотом бью, чё это за говно, блядь? Я, блядь, на кнопку удара нажал 150 раз, а он решил по пустым воротам не бить. Я хуй его знает, что происходит сегодня, пацаны. Ну прям какой-то анлакич, ёбаный. 2-2, блядь, я просто горю, блядь. Давай, беги, 99 пейс. Беги, блядь, нахуй! Да, блядь! Ну какой нахуй крауч, который делает у меня отборы, блядь? Я, блядь, не знаю, просто сегодня какой-то ебаный день. Я вот просто встал не с той ноги. Вообще, наверное, не стоило играть в фифу, как только проснулся. Может, поэтому я так хуёво сегодня играю, бля. Ну, если бы эти долбоёбы, бля, пас могли бы на 2 метра дать. Может быть, и забивал бы, блядь. Но нет, это слишком тяжело, блядь. Давай, Бергхуис. На! На! Не, ну после такого я, блядь, уже не знаю, что тут добавить, что тут сказать. Просто, блядь, не знаю, нахуй. Просто вот не знаю, блядь, и все, нахуй. Что тут добавить? Пенальти, блядь, откуда ты нарисовался? Давай влево. На! Разъебал, 3-3, Бергхуис. Так, он меняет Маркиньоша на Кимпембе. Блядь, какая гениальная замена, ебаный рот. Дальше. Да! Блять, у меня пас не зарегался. Я в ахуе! Пожалуйста, блядь, ну пожалуйста, блядь, 2 пенальти подряд, блядь, чел зарабатывает. Я просто в ахуе. Самое забавное, что сначала пенальти зарабатывает Маркиньюш, он меняет Маркиньюша, выходит Кимпембе, и Кимпембе зарабатывает пенальти. Просто гений замен. Ладно, победный угол не меняю, да? Поэтому бью снова влево. На нахуй, блядь. Я идеально реализовываю пенальти, заметили? Все, чудо, блядь. Просто ебаное чудо.
И Беркуй становится лучшим игроком матча. Я, наверное, буду в целом не объективен, но скажу, что карточка хуйня. 4 матча, 2 гола, 1 ассист. Да, где-то бегал, да, где-то убегал, но не было какого-то вау-эффекта. Вот Беркуй с хорошей 4-4-2, блядь, заебись. Хотя, опять же, я в целом буду не объективен, потому что я играл в титовом состоянии, поэтому, сори, кто ожидал какой-то объективной оценки. Так, ну и, собственно, как и обещал, 6 паков с информами. Поехали. Говно, залупа, пенис, хер, давалка, хуй. 100 тысяч пак, давайте, он сейчас переубедит меня во всем. Я за монеты открою, похуй, я уже в полнейшем тильтостане. Конечно же, мне падает обычная карта. Естественно, это испанец, блять. Естественно, это ебаный Родри. Я в рот ебал эту игру, всем спасибо и пока.